год мы традиционно проводим рождественские встречи. И для ветеранов труда, для наших людей, заслуженных людей, которые трудились на благо нашего района. И такие встречи, вот идея таких встреч создания, значит, принадлежит Наталье Анатольевне Чернышовой, заместителю председателя райисполкома. Традиционно эти встречи проводятся уже вот третий год подряд. Первоначально мы по программе собрались, значит, в районном доме культуры, в районном центре культуры. Для ветеранов труда был организован праздничный рождественский концерт с поздравлением, с вручением подарков. Вот. Ну и по разработанной программе было принято решение посетить ваше предприятие. Значит, руководство вашей организации любезно согласилось, значит, принять нашу делегацию ветеранов труда. И мы очень рады, что посетили вашу организацию, посмотрели на юнибусы, на подвесные дороги, да, вот такой взгляд в будущее. Я думаю, что для людей пожилого возраста это очень интересно, познавательно, потому что не только культурная такая программа вот в форме концерта, но и экскурсионная, познавательная. Я думаю, что для наших людей это очень интересно и принесла им какое-то такое удовлетворение и удовольствие. Да, это наше совместное мероприятие, и я очень благодарна вашему руководству, вашей организации, что вы нас сегодня так тепло и душевно приняли, наших ветеранов, что вы нам показали именно то, чем вы сейчас занимаетесь, то, что вы производите. Нам это очень-очень интересно. Знаете, вот как-то, когда встречаешь наших людей уже такого преклонного возраста, они всегда спрашивают, а что это за организация? Вот сейчас они это сами увидели своими глазами. Вот. Поэтому я хочу поблагодарить руководство, пожелать всем хорошего здоровья, пожелать всем счастья и благополучия в новом году. Поздравляю всех с наступившим Новым годом и всех благ. И вашей организации еще хочу пожелать, чтобы она достигла и все более достигала новых трудовых успехов. Дальнейшего развития и процветания. Да. Очень впечатлило, конечно, как в центре района, в центре Беларуси находится такой клочок природы, сделанный своими руками, с экологически чистых материалов, и пчелы летают, и сад цветет, и фрукты выращиваются, и рыба выплескивается, и это все рядом с нами, и многие жители района и Беларуси, наверное, вряд ли знают, что такое существует. Впечатлили подвесные дороги, очень понравился музей, очень предоставлены красивые экспозиции. Конечно, на данной экскурсии было бы приятно, чтобы выезжали не только ветераны. Вот у меня уже родилась идея, может быть, бы и переговорив с вашим руководством, пригласить наше отделение с детьми-инвалидами, которые также бы посмотрели и увидели это будущее. Ведь когда-то, наверное, когда строили железную дорогу, тоже думали, а зачем, дорого, не будет. А со временем это стало локомотивом и прогрессом в мире. Наверное, и будущее, и не наверное, а точно, по крайней мере, начнется это, может быть, с южных стран, будущее за Skyway. И тот, кто первый занял рынок, тот и первый будет в мире. Спасибо, что приняли нас. Очень приятно было пообщаться. Да, спасибо большое.